Понька. У нас Мария Кларк. Спугнуть благовонием, распятие и сбежать. Не люблю. Да ладно тебе, что ты это самое. Не люблю так, это давай задание. Давай договоримся, что ты берешь, что я. Я взяла, смотри. Спасибо. МП-шку я взяла и радио. Угу, наверху. Радио, свет на чердаке конечно. Включается. Пойду то есть включу. Ты взяла все то, что беру я обычно? Нет, я вообще-то всегда брала МП, подожди, ну, за МП я отвечала. Ты всегда брала одно и то же. Я всегда с собой беру радио и МП-шечку. Так, я пошла наверх. Пойду включу свет. Привет, убей нас. Дай нам знак. Не надо. Убей нас, убей. Дай нам знак. Мы недостойны тебя, призрак. Убей нас. 4-1. Дай нам знак. 3-4, давай. 6-5. Надо было, может быть, микрофон взять направленный. Сразу бы узнали. Дай нам знак. Ты здесь? Дай знак. Дай нам знак. Все, свет есть. Хорошо. Так, пойдем. Дай нам знак. Дай нам знак. Что было за хуйня, блядь? Что такое? Что это было? Я сказал, дай мне знак, у меня что-то в голову влетело, какая-то херня. Дай нам знак. Может, здесь? Я на ролике посмотрел, я не понял прикола, что это было вообще, блядь. Как будто мне что-то бросили в голову, а оно забаговалось в баллончик. Так, ты здесь, ты далеко, ты близко, ты далеко, ты здесь, ты тут. Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Ты здесь? Ответь в рацию. Сколько тебе лет? Не, ничего нет. Он не здесь. Странно. 4-4. 7-9. Дай нам знак. Ой, что это было? А, пока не. Дай нам знак. Давай, знаешь куда? Давай на чердак сходи. Я была же на чердаке. А я с термометром. О, звонит, он здесь. Вот. На втором. Он здесь, да, тут. Ты здесь? О, двоечка. Подожди, не факт, так. Он может быть в комнате какой-то. Бля, вон она, вот, бабка здесь, бабка тут. Бабка тут, мы нашли комнату справа, крайняя, возле туалета. Ох, привет. Четверка, нет. МП4. Она ушла, услышала, что 0-4, все нормально. МП4 было максимум. Значит, будет 5. Нет, не факт. Я же возле призрака проверяю. Вот тут появилась дурилка. Нормально, бабуля, тут была все. Дурилка, что ты здесь? Дурилкой называешь-то? Ты далеко, ты близко. Так, выйдем, давай. Ответила. Так. Температура нормальная. Так, это у нас получается радио, да? Так, только... Так. Фух, нету. Пока нет. Так. Пойду за... Где радио несовместимо? Тогда отлично. Сказали мне в прошлой катке, а я как додик ходил. Да, дай мне знак, скажи мне, ответь мне. Ну, извини. Ну, бывает. О, какая она стрёмная коза. Фух. Что ты бабушку обзываешь? Коза, дурилка. А это уже не бабушка, Олеж. А кто это она? Уже не бабушка, это злобный призрак, который убьет тебя, воткнет тебе свою серп в шею. При любой возможности. Так, кстати, рассудок-то у нас 62 уже. Между прочим. Между прочим-то. Господа. Нормально. Бегу, несу вам. Уже запыхалась. Так. А куда вы все чкурнули? Алло. Ну, ты где? Я вот несу как раз камеру и зеленку. Так. Сейчас огонек так. Посмотрим. Это сколько? Это 3. Так, что нам надо? О, ну, я зеленку принесла. Сбежать, это фигня. Так, распятие заберем. А, зеленку, а камера обычно есть у тебя? Да, я вот ее смотрю как раз. Ладно, хрен с... Вау, сколько, блин. Сколько? А где она? Вот оно. Вот, перевернуто. Да нет. Я вижу, это, облака. Слышь, там что-то багнулось, я облака вижу. Я помогу, фонарик случайно выкинула. О. Так, те же. Так, это уже получше, дверь закрылась. Вот она! Фоткайте бабушку. Сука, не успела. Тварь такая, я же говорю, что... Бабушка. Я согласна. Это гигиенично. Так. Я поставила зеленку. Фоткайте бабушку. Бабушка, это уже не бабушка. Хотя не нормально. А кто это, по-твоему, если она не бабушка? Это злобная корга. Отпечаток. О, дурилка, супер. Надо сфоткать. Злобная корга. Кого? Кто там? Нет, отпечаток есть. Опять фантом или полтер? Кстати, да. Ну, обычно они самые вредные. Так. Да-да.
А может, это фантом, поэтому и фоткаться не хочет? Так. Точно. Призраки. Но огонька я не вижу. Фантома. Пока что. А подожди. Твоей камеры. Значит, у нас должен быть либо лазерный проектор. А, смотри, а у фантома. Это у фантома. Вау! Атака! Что? Да! Бегите! Блять. Так. Куда бежать? Прячься, беги. Да я что и делаю? Она, походу, за мной! Она за мной! Я спряталась! Живи, Даша, живи! Я спряталась, вырубилась! Живи! Ты в окно смотришь? Да. Ты в окно смотришь? Вот это я тут сижу. Привет! А что, потолок, тебе так удобно? Убила! Кого? Кого-то съела, походу. Я думаю, что это вот эта персиковая, которая. Ох, печаль. Персиваль. Блин, и свет вырубила овца. Слушай, а сколько же у нас рассудок-то? У вас 16 у всех. Сумма. Рассудок 16! Мы тебя с призраком путаем. Ты что делаешь? Потанцевал немножко. Так, я бросил распятие. Что там надо еще было? Ну, сбежать. Она хыкнула. Что-то было по заданиям схыкнуть? Нет. Распятие. Атака? Да. Еще атака, походу. Нихуя не вижу! Атака. Блять! Меня убили! Убила? Убили демоны. Зараза, твою мать. Я ничего не видел. Там такая тьма началась кромешная. Все, я тут сдох. Жесть какая. Я на чердак бежал спасаться. Так, надо еще таблеток. Не. Да, вот пробежал контур опять. Все. Лазер? Есть, да. Лазер. Так, пьем еще таблетки. Ну, выпей фантом, таблетки. Короче говоря. Да, 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 фантомчик. Пробуем. Если вы его сфоткаете, он на время исчезнет. Ну, легко сказать. Один лишь его вид снижает очень сильно рассудок. Так, только хотя бы распятие сделаем. Явление. Так, хотя... Ну, попробуем взять этот самый... Благовошки взять. Блин. Они говорят, что лазер есть. Есть, якобы, есть, есть. Бегала фантом. Бабка. Так бабка бегала. Там лежат, походу. Да, должны быть. Ты распятие трудно бросил? Трудно поверить, что в ее возрасте кто-то бегает, но она бегала. Ты же распятие бросил? Да, я бросил на входе. Что, мы заходим? Все странно, да? Как-то метафорично, комедийно звучит. Бабка бегала. Ну, может быть, она активная. Ведет активный образ жизни. А, вот ты где умер, привет! У тебя забавно тело там находится. Я пойду свет врублю. Так. Здравствуй, ты в коробках застрял. Свет врублю. О, так криповенько, кстати. Нормально. Так. Нормально. Все, свет есть. Так лучше. Что это было? Я свет врубила. Так. Сбежать не знаю. Ну, если что, потеряемся. Что с бутылкой? Что с бутылочкой? Что смотри. Происходит? Она как-то вот странно крутилась. Так. Какой-то странный фантом. Странно. У меня на него воздух. Это наша, но... наверное. Чё вы с Мишкой делаете? Чё вы делаете с Мишкой? Так, ну... Один Мишка крест алкоголь. Тут, а где второй крест? Слушай, а где второй крест? Да ё-моё. О! Удачи! О! Давай, бабуля, за все, что Даша тебе сказала, давай. Бежим. 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 О, я тоже. Быстро, быстро бежим. Я надеюсь, что мы сбежали. Давай, вы на чердак, надеюсь, зашли? Нет. Бля, на чердаке. Так. Бабуля, они не тут. Бежим, бежим, бежим. Быстро, быстро. А кто там? Не, они не тут. Не, надо ей подсказать, где они. Эх, скрипит бабушка. О, идет. Скрипит бабулька. Идет, идет, идет. Она к себе вернулась, кстати. А, все? Та. Мне пока, если она рядом с нами. А где вы? Давай я направлю. Не скажу. Не скажи, где вы. Я направлю бабушку, наверное, русло. Все? Хоть что-то же мы должны были сделать. Ничего не сделали. Блин. Странно, распятие там лежит. Распятие не ест. Благовоние не сработало. Бред какой-то. Это вот не надо было обзывать ее, понимаешь? Я пообзывала немножко, все, бабушка уже... У нас еще есть две штуки, пошли проверим. У меня есть еще одно. А что делать? Как спасаться-то от бабушки? Мне кажется, что если ты ее увидишь и крикнешь громко в микро, так, чтобы оглохла твоя напарница, то, в принципе, и бабка оглохнет. Спасибо.
Но учитывая, что она пожилая, она может быть... Она уже не слышит. Немножко, поэтому кричать придется так, чтобы я услышал за стеной здесь, понимаешь? Да. Тогда сработает все, шанс, в принципе. Слушай, либо, а может стать в начале коридора и бросить в нее, то есть чтобы у нас был хоть какой-то запас бега? Запас бега? Можно. Потому что как-то опасно. Мишка, не пугай! Так. Ну, посмотрим. Че вы там на это самое, намусорили? Кто убирать потом будет в этом доме? У нас тут медвежья вечеринка. Так. Хоть одно из двух должно сработать. У Мишек своя атмосфера. О. Так, тихо. Нормально. На тебе. Так, я сделаю так. Ну-ка. Так, давай лучше отойдем. Согласна. Лучше отбегайте подальше. Они, походу, разозлили там этих самых призраков. Я там двух мишек совокуплял. Да мы так и поняли. Не пойду. Я же еще не совсем того. А че оно там орёт-то? Благовония-то. Иди, че вы стали-то? Иди. У нас осталось две попытки. Ну, точнее, одна на двоих. Две на одну. Так. Что вы творите? Да, вон там. О! Блин. Я испугалась, что вы делаете? Смотри, тут медвежья вечеринка. Не надо. Что вы набросали? Они там мусорку устроили. Все нормально. Так. Заходите, что вы там это... Так значит... мы же ее ждем. Блин, главное, чтобы она не где-то в другом месте появилась. А уже была такая же красавица. Сейчас появится внизу и нас так встретит. Ух. Так, стрёмно. О, вот, теперь нормально. То есть вы как призраки просто отдыхаете, да? Нет, мы просто два мишки сидят, а бутылка лежит, чашка. Давай, какую уже? Как там иди тебя, Рут? Рут, как там тебя? Меня Олег зовут. Я знаю. У нас надо, чтобы она да, нас увидела. Да, кстати, она внезапно появится, все вам жопа будет. Спасибо. О, дверь закрывает. Сказали, пошли нахрен отсюда. Да я тоже, вот я согласна. Вот впервые с этой бабкой я согласна. Ты нашу тиммейту бабкой назвал? Да нет, я говорю, что... Призрак двери закрывает, выгоняет нас. Вау! О! Начинается! А где она? Блин, я рано зажгла. Бабуля тут, походу, да? Блин, я рано зажгла. Уже дуванчик. Убей уже кого-нибудь. Не знаю. Не знаю! Блин. Где она? Вау! О! Отходим. Давай, бабуля. Бросили. Давай. Бежим. По-моему, нафиг не сработало. Так, я буду бежать с зажигалкой. Что-то фазма очень реалистичной стала. В смысле? Что, у вас там мишки-то совокуплялись и маленькие мишутки появились? Нет, это не Sims даже. Реально не настолько реальность. Фазма не настолько стала реалистичной, как кажется. Нет, просто тут бабка реально слепая, глухая вас. Я надеюсь. Написано в блокноте. Общее, где откроешь, там задача есть. О, супер. Бабушка наверху. Класс, мы сбежали, а распятие не сработало. Ты знаешь, что теперь задача ж пишется? Да. В блокноте. Странно. Там пишется, прям не повезло? Да, ну, галочки, да, у нас, мы отметили. Мы сбежали, и сработало распятие. Короче, фиг с ней, наверное. Давай. Те 10 долларов нам не надо. Распятие не сработало. Нет, а все остальное цель сработало. Номер 3 неактивен, да. Фух. Но мы сбежали, поехали? Да? Значит, да, кто-то у нас... Сбежали. Это фантом, уважаемые призраки. Ставьте фантома, и мы уезжаем. Но она затупила жестко, прям конкретно. Ну, типичная, я же говорю, что коза. Ух. Хватит обижать бабушку. Слушай, от того, что ты стал призраком, не надо быть с ними солидарным. Я уважаю себе подобных. А, молодец. Подожди, доказательство. Все, фантом. Можем ехать. Все, мы поехали. Все, пока, призраки. Мы уезжаем, мы вас бросили, мы поехали. Слушай, ну это был можете просто огонь. Там мусорку устраивать. Действительно, они там устроили по тусовку с мишками. Там мы нормально мишек положили, там они друг другу помогают не бояться призраков. А вы такое говорите, ну, плохую наш адрес. Фантом, красавчики. Рут Миллер у нас. Стать свидетелем паранормального, хорошо. Датчик движения и благовония возле призрака. Сбегать не надо. Наконец-то. Мы поняли. Спасибо, наконец-то. Мы все поняли. Наконец-то. Я взяла радио. Так. И термометр. Нет, я возьму. Это сам направленный. Вот. Ну, пока еще нет, но сейчас зайдем. Так. Свет на втором включается.
Пойду на втором включу свет. Запахом свободы здесь, конечно, не пахнет. Не особо, да? Ничего. Так, ищем. Так, идем. Комнатушечку. Я пойду свет врублю. Давай, Дашка. Спасибо за свет, Даш. Пожалуйста, всегда пожалуйста. Ну-ка. Ай-на-ней-на-ней. Сейчас, дай нам знак. Пока ноль. Я с этим... Кто-нибудь взял направленный микрофон? Я взяла. О, это не она скрипит. Хорошая постановка вопроса, это практически 50% ответа. Так, подожди, у меня было только что 0,4. Пойду-ка, почекаю. Смотри, на втором тишина. Дай нам знак. Ты на здесь, Прозота? Тихо. Дай нам знак. Мне кажется, она где-то здесь гуляет. Она где-то у вас, потому что у меня здесь Рут Миллер. Ну, Мразота же говорю. У меня так. Ноль. Абсолютный ноль. Полный ноль. Свет есть. В блоке А4. Так, подожди, троечка. Но тут быть не может. Мне кажется, внизу. Дай нам знак. Ты здесь? Сейчас пойду свет включу. В удобном блоке. Дай нам знак. Идите, ребят, пришлось отойти. Ничего, мы еще живы. Не доставая. Где? Да ладно, сразу же? А чего? А мне не показало этот направление. Слушай, а мне не показало. Прямо вот в холле? Да. Где она? Что где? Что за крики? Вот она, бабка старая. Где-то поет рядом. Вот тут только что ее видел, вот здесь она была. Где? Вот тут стояла, дурелка как картонная. Чего заикаться стало уже? Сколько так. Фазмы играешь? А минусовая получается прямо на входе, правильно? Фазмофобия. Так, пошли. Супер. Минус. Вот там здесь. Минус 2. Так. А, вот тут в холле. Офигеть. Что-то щелкает. Да, тут 0. Да, 1, да, минусовка тут. Надеюсь, дверь открывает. Напишет. Слушайте, дверь открыла только что. Тут же никто не проходил. Вот тут открыла. Ух. Ой, МПшка сколько? Только что была. Короче, надо пошел-ка проверить. Я посмотри, да. Что там у вас. Оп. Сколько? Страшно. Блин. Значит, просто потрогала. Кого она потрогала? Та дверь она там потрогала. Блин, я вышел, вас там трогает какая-то бабка. Ну, вообще нормально. Да там такая она стрёмная. Так, что? У нас что-то выполнено, кстати. Свидетель паранормального есть. Ну она ж пела, я ее увидела. Блин, а я ее видела, у меня же рассудок сел. Если ты призрака напрямую видишь, то это ж все. Это ж попа полная. То это все. Пиши 80. Пропало. Финита ля комедия. Так, я возьму ультрафиолет, возьму зеленку. Так, если она идет, значит, надо как-то грамотно ставить датчики. Камеру, ну смотри. Камеру мне. А, это вы свет? А зачем вы свет вырубили? Привет, бабуля! Атака? Нет. А зачем свет вырубили? И она дверь... вырубила свет. А-а. Она просто его выключила. Не пробки. Она была прям вот здесь, вот тут появилась. Прямо вот тут. Че ж она туда-сюда ходит? Какая темная тенюшка. 4. По-моему, 5 была. Не уверен, конечно. Так, камеру надо. Ну, ультрафиолет ничего не показывает. Кто из вас поставит камеру? Ты. Красиво. Отпечаток! Отпечаток с этой стороны! Печаточки. Отпечаток. От туточки. Вот тут прям. Вот тут, с другой стороны. Так. Игнорите вы бабьё меня, но вот. Я пошел сам. Подожди, у нас демон Ханту или кто там, или Джин. Ой, демон Ханту или Джин. Или кто-то там. Это плохо. А у нас может быть дневник, по-моему. У нас может быть... Кстати, а что с дневником? А дневник пустой. По-моему, дневник, лазер и МП5. У нас может, получается, быть дневник, лазер или МП5? Дневник, лазер, МП5. Ну, не туда и не сюда. Возьму еще камеру. Слушай, надо напротив этих поставить камеру, зеленок. Серьезно? Я же думаю, там уже стоит камера. Может, такие всегда быстрые. Извините, пожалуйста, у нищих слуг нет. Как успеваю, спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Вы там решили заигнорить меня? Вообще-то мы пошли отпечаток фоткать. Вообще-то, спасибо. Я уже раскусил вас. Так, пипи-канал. Учти, он джинс сейчас может атаковать при... Ага, курим. При 70. Так, сейчас посмотрю. Бабка появилась, когда свет потух, поэтому вряд ли это джин. В комнате с этими визит.
Она все трогает. Так, а где... Камеру давай. Угу. Ну тут не видно, но я пойду свет вырублю, горит, да. Там свет горит, там ни черта не видно. Пойду вырублю. И еще одну камеру бабахну. Мы все задания выполнили. Ого. Да. Ого. Так, ну хорошо. Допустим. Там слишком засвечивает. Я иду вырубать. Угу. Так, 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 так. Все. Я вырубила. Сейчас вот так еще поставлю. А я одна осталась? Мне там не очень нравится. Да ладно. Не хочу, не буду. Так, возьму фотик. Может, сфоткать ее удастся. Хоть какие-то бабки получим. О, хорошая камера. Отличный ракурс. Что такое? Что не так? Не, ну ВП-шку видно. А. Да. Я специально так поставила. Так, а я пойду, знаешь, что поищу? Доску Уиджи. А там сильно вообще видно? Что? О, вот так лучше, наверное, будет, да? Зеленочку надо. Там видно одну лампочку зеленую. А что там дальше, непонятно. Короче, МП мы видим. Лазер надо смотреть. Лазер. Вот, это, кстати, правильно поставили. Ну, давайте смотреть лазер. Открываем глазёны пошире. А заходить вы не собираетесь? А зачем? Не мы знаю. Сделали все задания. Мы последнюю улику, МП-шку, эту... А дневник только чекнут. Дневник, давай, да. Давай я сойду, ладно, ладно. Раз ты просишь, я сделаю вид, что я такой вот полезный. Мне страшно. Я хочу пойти просто поискать. Записи в блокноте! Все. Слишком как все просто и понятно. Что это было? Понятно. Так, записи в блокноте. Так, итого это кто? Димон? Демон? Димон! Демон. Записи. Какие мы молодцы, как мы быстро все сделали. И без атаки. Ага. Это вообще, знаешь, тюрьма, это просто сколько? 7 минут. 8 минут, счит. Тюрьма за 8 минут, и призрак тюрьма явился. И без атаки. Он был как это, да. Все. А нет, я все, видела, да? Цель. Я цель. Вот она сейчас может начать атаку, кстати. Кстати, ну, а что ты у меня рассудок 70. Супер. А, будем все уезжать? Поехали? Да, мы что сделали? Демона ставим, поехали. Самый дружелюбный демон. Или какой-то самый странный демон. Доброта воплоти просто. Молодцы. Так и надо. Топовый демон, да. Слушай. Да, вообще, только пару раз нас напугал, и все. Вообще изи. Вообще. С такими демонами, знаешь, не то, что полторы ваши! The sky.